Кочевой образ жизни, мифологическое мышление и трепетное отношение к природе – все, что так или иначе характеризует бурятский этнос, повлияло на формирование его традиционного костюма. Каждый представитель бурятского какого-то племени, он должен знать свой костюм, потому как народный костюм является паспортом человека. Вот не услышав от человека какого-то даже слова, его по внешнему виду можно определить, к какому племени он относится. Представленные на экспозиции костюмы сшиты по всем канонам и традициям бурятских племен – булагат, эхирит, хори, хонгодр, сартул и цангол. Уникальные образцы – точная инструкция по применению для молодых дизайнеров. Что особенно приятно услышать, когда разговариваешь с нашими модельерами, дизайнерами, они отмечают, что именно вот в последние годы повысился такой интерес людей именно к своему родному традиционному костюму, того рода, из которого происходит человек, чего раньше не было. Потому подле старинных костюмов прошел показ их современной интерпретации, стилизованных платьев. Окончательно же погрузиться в аутентичную атмосферу помогли музыкальное сопровождение Хучира и Иочина и народные напевы фольклорного ансамбля «Уреал». Итог. Выставка пришлась по душе всем. Больше мне понравилось костюм хури и еще дефиле бурятских женщин. Я бы хотела один костюм себе домой. Посетить редкую экспозицию можно будет до начала июня. Ксения Шабаева, Андрей Дармаев. Новости дня.